поняла. А чим це від тебе пахне? Ти що, опять з дружками Фейса свого слухав? Та ні, що ти, мама, не починай. Це ж вони слухали, а я тільки рядом стояв. Ага, і біг, домашку роби. Ти подивись на нього, Свєтки нормальні, у пані якісь. Алло, Свєтка, вертуху твій дивиться, а мій на зашкварниці. Відповідаєш? Я слізав твою чолку. Я воняю задом. Мой любимий запах. А моя малая пахне Івангаєм. Я воняю задом. Я ругаюсь матом. Дідько, кожен батя в мірі хоче випороть мене. Я воняю задом. Меня роняла мама. Деньги. Мої пісні шляпа. Меня прокляв папа. Римський. Я король дизлайков, ага. Я афіша ада, що да. Тільки не зробиш ради хайпа і бабла. Я воняю задом, це правда, со спини жена Обами, а с лица я дочка Трампа, типа камін-аут. Делаю то, что я хочу, и сейчас хожу к врачу. После секса без резинки своего дружка лечу. Рифмовать мені не важко, зарифмую я какашку. Фани пишут в инстаграме, просят сделать им домашку. Зараз people на ютубе, будь я куфігню жере. И звучить со всех смартфонів ахинея. Я типа крутой, типа голос молодежи. Пусть легка противная, но их лицо вернее рожа. Фейс! Фейс! Молодежный фейс. Если я не твой фейс, то оставь лайк здесь. Я воняю задом. Мой любимый запах. А моя малая пахне Івангаєм. Я воняю задом. Я ругаюсь матом. Каждый батя в мире хоче випороть меня. Я воняю задом, меня роняла мама. Деньги. Мои песни шляпа, меня проклял папа. Римский. Я воняю задом. Ну, шо? Я афиша ада. Да. Ну ты же сам, сынок, сейчас слушаешь меня. Мама. Так, сынок, чу, а ну дай. Тут не треба. Відос на наш канал с мамкой залий. Вертуха называется. Ваш канал? Мать, чу. Иди сюда. Ты знаешь, он не подписанный на наш канал. Не больше дружки его тоже не подписаны. А ну подписалась быстро, а то по IP вычислю. И ремня там. Иди. Тебе что, кровь?